Так, что-то у меня матрица на фотоаппарате шалит. Что-то уже посмотрел, вроде запись идет, а экран темный. Ладно, будем разбираться. Приду, постараюсь поставить ролики уже праздничные, парадные. Так вот, памятник маршалу Василевскому, а там стелы с фамилиями всех тех, кто получил звание героя за участие в восточно-прусской операции. Так, там вот Росгартенские ворота, это улица Черняховского, это улица, ну, может быть, Клиническая, я боюсь, или Боткина. Вот. Там вот этих медицинских названий, по-моему, три, я иногда торможу и путаю их. Так, да, вот дальше вот эта улица 9 апреля такая идет большая, туда до эстакадного моста, до второго эстакадного моста. А, там вот храм Александра Невского, который сначала строили как храм святой Татьяны, ну, покровительницы студентов. Вот, но там в последний момент там было принято решение назвать храм Александра Невского. Это потому что там и улица Александра Невского у нас с самого начала. О, 39-й автобус. Хорошо. И то самое, и памятник вот поставили. Тут, правда, до памятника тут не, просто так не добраться. Ну, в чем дело, особенность. Но вот этом островочке таком, ну, вот, к нему подойти нельзя. Ну, можно, конечно, там через дорогу перебежать, нарушить все правила и подойти. Так что вот с этой точки зрения, ну, не знаю, наверное, не очень, когда к нему нельзя подойти. Так, вот слева от Евроспара, от Большого, улица Литовский вал идет. Ну и сам Литовский вал, вот такой зеленый массив, это все, что на нем сверху растет. Там вал такой земляной, и крепостная стена есть с той стороны. С этой стороны разные бастионы вдоль улицы идут. В виде звезды. Красиво сделано, посажено. Да, сегодня день хороший, очень хороший солнечный день такой, тучи, и тучки, кстати, даже хорошо, что тучки есть, вот, не так жарко. Вот, туда улица Александра Невского. Она такая длинная, там идет до конца города, до окружной улицы, и по ней там автобусы ходят, и машины до аэропорта Храброва. Вот. Ну а Литовский вал, он упирается в Прегель, там такая улица Лесопильная есть, интересная там. Есть смысл туда сходить, посмотреть. Вообще Литовский вал, он интересный. Ох, много знамен, флагов. Так, ну что ж, мне тут теперь надо найти место, где я могу на автобус сесть. Здесь. Мне не очень хочется далеко идти. Но 9 апреля она улица, ну, она вообще была никакая, скажем так. Тут вообще пустырь был огромный. Ну, на месте вот этого всего. Большущий-пребольшущий. Ну вот, тут вот построили современное здание. Там улица вроде как Пионерская, что ли, называется. Там эти вот дома стоят. Так, вот остановка. Не знаю, она действующая или нет.
Сейчас узнаем. Так, не подойдет. А, вот. Мне 21-й. Ну ладно. На этом, наверное, я сейчас съемочку закончу.